Новым президентом Союза строителей Красноярского края может стать бывший председатель городского совета Владимир Чащин. О том, чтобы досрочно сложить себя полномочия, заявил нынешний руководитель Разим Аббасов. Окончательно принять его отставку должно общее собрание Союза, назначенное на 27 марта. Чащина порекомендовало правление Союза строителей. Пока это единственная кандидатура. Своих выдвиженцев до 15 марта могут предлагать и организации, входящие в Союз строителей Красноярского края.